Очень часто мы берем какие-то продукты с собой, потому что не устраивает питание, которое здесь есть, и хочется, чтобы оно было более разнообразным. По крайней мере, то, что, может быть, не нужно готовить, хотя я с собой всегда, ну, как всегда, уже второй год вожу мультиварку и в ней готовлю какие-то печеные блюда. А мне это удобно, нравится, и я люблю такую пищу. Здесь ее просто очень тяжело найти. Итак, два пакета я разобрала, там были овощи, мясо, яйца и молочные продукты. Вот кое-что еще из молочных продуктов есть в этом пакете. Давайте покажу, вот Активию брала, вот такие питьевые Активии, сыр Простоквашино, такой сыр Президент. А дальше это снеки, это такая жареная кукуруза, фундук, вафли, сливки, сыр, еще сливки, люблю кофе со сливками, сыр брынза, где-то еще был пармезан, но его, по-моему, уже переместила в холодильник. У меня муж очень любит твердые сыры, гауда, пармезан. А я люблю брынза, козий сыр, моцарелла, такого плана шоколад. Еще шоколад. Кедровые орешки очень вкусные. Это моя любимая бобовая вермишель. Обычное печенье какое-то, это муж такое любит. А мои хлебцы ржаные. Здесь еще чипсы банановые, чечевица. Обычные хлопья очень давно такие не покупала, но я решила, что можно на завтрак вот с такой Активией, например, смешивать или немножко в творог добавлять вместе с фруктами. Мне кажется, будет вкусно. То здесь еще вот один авокадо остался маленький, Барилла. Такие хлебцы какие-то еще не пробовала. Что это здесь у нас еще? А еще одна такая кукурузка. Мне совершенно несложно приготовить какое-нибудь домашнее блюдо в мультиварке, потому что я это все просто закладываю в чашу мультиварки. То есть можно, например, курицу с картошкой, ставлю на режим выпечка. Это будет полезное, хорошее блюдо. И мы идем на пляж. А когда возвращаемся с пляжа, то блюдо уже готово, и оно стоит на режиме подогрев, то есть оно горячее, ничего не нужно больше делать. Просто мы возвращаемся с пляжа и, например, обедаем или ужинаем. Это очень удобно, и мне, в принципе, нравится. Номер обычно выбираем, в котором есть кухня, но вот сейчас у нас такой номер, что есть холодильник, чайник и микроволновка и немного посуды, но плиты нету, то есть номер не предназначен для того, чтобы готовить, поэтому я взяла с собой мультиварку, мы едем на машине, место есть, и это очень удобно, мне нравится, что она готовит сама. Сейчас едим борщ, и хотела вам все-таки порекомендовать вот такие хлебцы, которые уже раньше показывала, оказались очень вкусные, похожи на бородинский хлеб высушенный, и здесь вот, как видите, орехи. Написано, что орехов 13%, но по виду даже больше. Миндаль, фундук, кешью. Очень вкусный хлеб. Настало время выпить кофе с вредняшками. У меня здесь шоколад Таблерон. Мне он очень нравится. Это молочный с фруктами и орехами. И вот такой черный с медом и миндалем. Очень нравится, очень вкусный. К кофе буквально по кусочку возьму. Конечно же, не буду есть это полностью. Привезла с собой эти шоколадки, потому что здесь такого просто не купить. Вот приходится везти с собой. Ну, на самом деле, вот этих двух нам на весь отпуск с мужем вполне достаточно.